Александровича, добрый день, уважаемые работники прокуратуры, уважаемые наши ветераны прокуратуры. Руководство республики с большим вниманием относится к результатам вашего труда. В прошлом году совместно с прокуратурой мы успешно решали проблемы своевременной выдачи заработной платы и снижения безработицы, а также по обманутым дольщикам. В итоге более 1000 граждан, 1000 семей получили долгожданное жилье. Признателен за вашу активную позицию в решении вопросов по борьбе с преступностью и обеспечением правопорядка. Только слаженная командная работа всех силовых структур при координирующей роли и принципиальной позиции прокуратуры позволит повысить авторитет правоохранителей. Укрепление законности и правопорядка уносят все правоохранительные, контрольно-надзорные и судебные органы. Вместе нам под силу достижение любых поставленных целей. Отдельные слова признательности руководству республики и лично вам, Рустам Нургалиевич, за всемерную поддержку. Дорогие коллеги, я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам дальнейших успехов в деятельности на благо нашего славного Отечества, твердости и принципиальности в служении закону, крепкого здоровья, счастья, радости вам и вашим семьям. Прокурор города Набережные Челны. Гусев Виктор Владимирович.